Семьи на Алтае – одни из самых бедных в России. К такому выводу пришли специалисты российского рейтингового агентства. В среднем у семьи из четырех человек на прочие расходы остается чуть больше 5000 рублей. За основу брали бюджет семьи за вычетом минимальных расходов. Это прожиточный минимум региона. Расчет производили для семей с одним и двумя детьми. В результате исследования Алтайский край занял 81 место. В семьях нашего региона в среднем после минимальных расходов от зарплаты остается порядка 5500 рублей. Хуже, чем на Алтае, живут в Ивановской области, Республике Дагестан, Псковской области и Кабардино-Балкарской республике. На первой строчке уверенно расположился Ямало-Ненецкий автономный округ. На протяжении 6 лет он является бессменным лидером.